Хочу еще раз рассказать о типичном женском менталитете и о женской логике для лучшего понимания тех процессов, которые происходят в ваших отношениях. Многие мужчины думают, что женская логика – это что-то очень сложное, недоступное пониманию простого смертного. Но, как я уже говорил, на самом деле это не так. По своей природе любая женщина эгоцентрична, поэтому она абсолютно убеждена в том, что справедливо, морально, порядочно, правильно и вообще хорошо – только то, что нравится ей и что для нее выгодно. А мужчина, по ее мнению, существует только для того, чтобы ее обслуживать. Вот и все, вот и вся женская логика. Именно в этом заключается ответ на вопрос, который задают себе многие мужчины. А почему же она так поступает? Женщина считает себя центром мира, а все остальное должно крутиться вокруг нее и ее интересов. Уверен, со стороны женщин сейчас начнутся упреки в том, что я на них наговариваю, поэтому к этому своему ролику я приложил одно небольшое видео. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Еще раз хочу напомнить, что я создал себе канал в Инстаграме, поэтому если меня в очередной раз заблокируют, а я уверен, что рано или поздно это снова случится, все мои новые видео вы сможете посмотреть там. Название канала на экране. А сейчас, как обычно, приятного просмотра. Да иди, ёб твою богу мать, блядь, вот курица не птица, баба не человек, блядь. Чувствуешь, что ли? Твою мать, блядь. Какое создание. Я люблю семью.